Самые яркие, самые такие крутые результаты у команды Team Liquid, когда играл вне Simple. Напомню, что это топ-4 MLG Columbus и топ-2 все того же ESL One Köln, который проходил в прошлом году и был в статусе мажора. Да, в финале. Все сгорели просто, Владислав. Боже мой, это минус 5 спотов. Каким образом это произошло? Да как? Что? Это гриль.